Привет, я Пикап. Я очень люблю путешествовать. И еще я очень люблю ездить в гости. Недавно я был в деревне у дедушки. Там у них на ферме много разных домашних животных. А давай-ка лучше посмотрим мультик про то, каких животных я встретил в деревне. Это корова, она мычит. Это свинья, она хрюкает. Это коза, она мекает. Это собака, она лает. Это овечка. Она бегает. Это котенок. Он мяукает. Да, поездка была очень интересная. А тебе понравился мультик? Я скоро снова поеду в путешествие. Я обязательно привезу тебе новый мультик про разных зверей и птиц, которых я встречу в пути. Напиши в комментариях, про кого бы ты хотел увидеть мультик. Ну а мне пора в путь. До новых встреч! Подпишись на наш канал.